нас замечательная Rainbow Dash, которую мы будем сегодня делать, что? Да, игриву, и разукрасим ей хвостики, крылышки, и сделаем еще много всего интересного. А ты знаешь, что Rainbow – это радуга? Смотри, какая у нас собачка замечательная. На ней все цвета радуги. Смотрите, у нас есть цвет красный, да? Каждый охотник оранжевый желает желтый знать зеленый, где голубой сидит синий фазан фиолетовый. И вот такой стишок нам рассказывает про все цвета радуги, да? Вот такая замечательная собачка, по ней легко учить, да? Ап-ап! Вот у нас такая Rainbow Dash. По мультику, помнишь мультик? У нее грива разных цветов, да? То есть каждый волосок, каждая прядь своего цвета. А здесь производитель сделал нам вот такую вот штучку, откуда выдавливать гриву, без разделения. То есть, если мы начнем давить, мы сделаем ее либо одного цвета, либо цвета смешаются, да? А мы же хотим ее сделать, как в мультике My Little Pony. Поэтому мы решили придумать вот такой вот простой девайс. Такую пластиночку с вырезом, чтобы каждая прядка у нас была одного цвета. Вот он легко сюда вставляется, сюда вот, в эту такую мясорубку. Вот он вставляется легко, и, соответственно, будем сейчас выдавливать. Давайте посмотрим, что у нас получится. Заплели мы ей косичку, и поскольку волосы длинные, наверное, мы их подрежем и сделаем ей хохолок или какое-то украшение на голове. Вот такие вот ножнички, сейчас мы ими аккуратненько срежем. Так, а теперь, наверное, сделаем ей какое-то здесь украшение. Привет! Я шоколадное яйцо! Посмотри, что у меня внутри! Какие у нас хорошие поняшки маленькие! Ты видишь? Да! Какая тебе больше всего нравится? Все нравятся, да? Они пришли к нам играться? Да! Играться! Такая у нас красивая Rainbow Dash, и наши поняшки ей говорят: «Привет, Радуга Дэш, привет! Ты такая нарядная, такая красивая, у тебя такая грива замечательная!» А что она им ответит, скажет: «Привет, малыши, вы все ко мне в гости пришли?» «Да, в гости! Будем играться!» «Да!» «Ой, как интересно!» «Да!» Вот. И полетел. Да. И смотри, кто тут у нас. Кто это? И-а. Кто это? Ослик. Ослик. А смотри, как он умеет делать. Он вот так может ходить. Топ-топ. А это у нас кто? Кто это? Да, именно так же ходит. Топ-топ. Да, вот они пусть поиграются. Смотри, малыши скажут: «Ой, какой красивый ослик, корова!» А еще у нас есть танцующие
Божьи коровки, смотрите, как они танцуют. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Красивые, да? Ну-ка, давай, как они будут смотреть, смотреть, друг на дружку смотреть и танцевать. Та-та-та-та-та-та-та, тра-та-та-та-та-та-та, да? Тра-та-та-та-та, как поняшки танцуют? Держи, покажи, как малыши танцуют. Тра-та-та-та-та-та-та, тра-та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та-та, да? Тра-та-та-та-та-та-та. Ой, падают все, да? Да. Все поняли. Да, понято. Смотри, малышка, ей так понравилось, она начала сверкать. Смотри, как она сверкает. И второй понравилось, они прям сверкают от счастья, да? Нравится им у нас, да? Да? Сверкают. Ну что? Что мы будем делать? Может, их надо покормить? Они поиграли, теперь надо покормить. С тобой готовить еду. Для этого нам понадобится плита, да? Будем делать. И сковородка. Нужна будет? Держи скалку. Скалку. И у нас осталось... Что у нас осталось? У нас остался плейдо. Из плейдо мы им сделаем что-то вкусненькое. Да. Вкусненько. Что мы будем делать? Пирожные? Да. Сделали один коржик фиолетовый, а теперь Анюта захотела зеленый коржик сверху положить на наше пироженка, да? Вот мы нашли такой стаканчик и будем стаканчиком вырезать. Еще надо раскатать. Давай помогу. Вот так. Хорошо, надавливай. Вот, молодец. Надавливай. А давай примерим наш стаканчик. Подойдет он или нет? Давай примерим. Да. Давай. Так, ну-ка, что у нас? Ну, в принципе, подходит. Нажимай. Нажимай на стаканчик. Сильно-сильно нажимай. Вот. А теперь давай повертим. Давай повертим его вот так. Повертим туда-сюда. Вот наш красивый коржик. А это остатки от нашего плейдо. Мы его уберем. Это у нас будет начинка для нашего пирожного. Такая вот зеленая, как киви. Да? Ну что, Анют, мы с тобой слепили такое вот пирожное с трех слоев. Его надо чем-то украсить. Вот на нашей Rainbow Dash есть сердечки, звездочки. Есть маленькая звездочка. И вот Анюта захотела голубую звездочку. Вот мы туда налепляем в Rainbow Dash, налепляем наш синенький плейдо. У нас получилась такая звездочка. Вот эту звездочку мы закрепим на наш тортик, да? Какая у нас пирожная получилась, мы его положили на сковородочку и будем сейчас делать на плите, да? Вот, как она у нас работает. Готова? Вот так мы с тобой сделали три красивых пироженки, наверное, очень вкусных для маленьких поняшек. И для нашей Rainbow Dash сделали такое большое пироженка. Поставим ей вот туда. Она тоже будет кушать, и тоже они все будут радоваться, да? Да. Да. Они будут кушать вот так. Ам-ам-ам. Вкусно. Ну-ка покажи, как они кушают вот это. Ну, а еще кто-то будет кушать? Мы сделали такой им пир, да? А теперь давай попрощаемся с ребятами. Да. И попросим их подписаться на наш канал. Если им понравилось, поставить лайк.